В эфире телеканала «Этон ТВ» программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гурарье. В среду 30 ноября военно-политический кабинет по вопросам безопасности правительства Израиля принял решение перенести на 5 декабря рассмотрение закона о легализации форпостов. Ну, это условное название этого закона. Почему это произошло и вообще что это за закон и почему вокруг него такие баталии происходят в нашем правительстве и в парламенте, в Кнессете? Мы беседуем с журналисткой, политологом Аси Энтовым. Здравствуйте, Ася. Добрый день. И жителем поселения Офра Аркадием Мутером. Здравствуйте, да, Аркадий. Ася, ну первый вопрос к вам. Что это за закон и почему нужно было его принять? Понимаете, вся проблема в том, что Иудея и Самария, на нее не распространяются гражданские законы Израиля. Собственно, из-за этого у нас и идут все эти проблемы, потому что за 50 лет, через несколько месяцев исполнится 50 лет, как в шестидневной войне мы отвоевали Иудею и Самарию, там действуют гражданские израильские законы, но не действуют военные израильские законы, но не действуют гражданские израильские законы. И если в Израиле точно записано, каждый клочок земли в земельном управлении расписан, кому он принадлежит, кто когда его купил, что на нем построено, что на нем вообще можно строить, что нельзя, то в Иудее и Самарии такого порядка нет. А там, где нет порядка, там сразу возникают споры и проблемы. Извините, первый вопрос. А почему, на ваш взгляд, в течение 50 лет никак не решалась эта проблема? Вы знаете, социалистическое правительство Бен-Гуриона с самого начала проповедовало вот эту мантру, которая нам известна: «Земля в обмен на мир». То есть хотели, завоевали случайно, совершенно случайно, это было чудо в шестидневной войне. В шестидневной войне, в общем, никто не хотел ничего отвоевывать, хотели выжить. И вдруг мы получили огромные территории, наши исторические, Иудею и Самарию, но вот социалистическое правительство Авады сказало окружающим нас странам, Иордании и Египту: давайте мы вам вернем завоеванное, а вы за это заключите с нами мирный договор. Вот, так сказать, они ждали до тех пор, пока социалистическое правительство не сменилось правительством Ликуда. А дальше мы договор заключили, но ни Иордания, ни Египет ни в коем случае не хотят получать обратно эти земли. А мы, в свою очередь, мы, я имею в виду евреи, которые помнят, что это наша историческая земля, Иудея, да? Иудея, Самария, здесь под любым кустом копни, и начинаются артефакты двух, трех, четырех тысячелетней давности, связанные с еврейским народом. Так вот, поскольку мы не хотим их отдавать, они не хотят их брать, то, в общем, давно назрела проблема распространить израильский суверенитет на Иудею и Самарию. И мне кажется, вот этот закон об урегулировании – это некоторая паллиативная мера. То есть один закон распространяется и на Иудею, и на Самарию, с тем, чтобы и в Иудее, и в Самарии отношение к земле и к собственникам было хотя бы похоже немножко на то, какое отношение в Тель-Авиве. Для примера, если в Тель-Авиве долгие годы земля пустует, числится по всем бумагам государственная, ее застраивают или продают кому-то, да, и потом вдруг приходит собственник и говорит: «Здрасте, это принадлежит мне, я вот по тем или иным причинам», то сначала будут долго изучать его бумаги. Если не ошибаюсь, в Тель-Авиве здание Мигдаль-Шалом построено на чьей-то земле, как совершенно оказалось, верно. Никто же не предлагал ее сносить. Совершенно верно. Для начала выяснят, действительно ли он собственник, и это будет очень долго выясняться, очень тщательно. То есть он должен доказывать? Он должен доказывать, он должен принести документы, должны подтвердить эксперты, что документы правильные, и так далее, и так далее. И даже в случае, если этот собственник окажется действительно собственником, то ему скажут: ну, извини, ты не давал о себе знать так долго, давай теперь торговаться по поводу отступного, сколько тебе положено за эту землю. Все, она уже тебе не принадлежит, извини, ты потерял, так сказать, свою собственность, поскольку ты не вступал в право владения. Но действительно мы уважаем право собственности, получите отступные, получите компенсацию. В то время как в Иудее и Самарии действуют совершенно другие законы. Вот сейчас мы об этом и поговорим. Что явилось триггером? Почему
все-таки 50 лет ждали и вдруг решили сейчас этот вопрос рассмотреть? Аркадий, своеобразным триггером явилась проблема так называемого форпоста ОМОНа, который, собственно, является, вышел из вашего поселения, в котором вы, собственно, живете. Расскажите, пожалуйста, что произошло и почему вокруг него такая пляска? Ну, давайте сначала немножко об ОМОНе поговорим. Угу. ОМОН – это небольшое поселение, 40 семей, больше 200 детей, было основано 20 лет тому назад. Было основано, как и все поселения, абсолютно все поселения, при поддержке государства Израиля. То есть государство, что, мало того, что поддержка, она еще стимулировала. Стимулировала, однозначно. Значит, для жителей, которые проживают за зеленой чертой, государство в целях стимуляции даже вводило налоговые льготы. Были налоговые льготы, были какие-то они скидки. Они давно отменены, к сожалению. Они, кстати, давно отменены. Была поддержка, так сказать, скидки. Ну, то есть это была целевая строительство политика государства. Однозначно. Она остается до сегодняшнего дня таковой же, даже мы, так сказать, не раскроем большого секрета, при левых правительствах. Почему? По одной простой причине. Потому что если поселенцы, то есть граждане Израиля, не будут там находиться, там будут находиться террористы. Это было доказано во время размежевания, размен Гуш-Катифа. Мы ушли с территории, ушли оставили из Газы, территорию. Да? Да, совершенно. И ровно на тех местах, где находились еврейские поселения, теперь размещаются ракетные все как бы сошло сейчас. Если можно, я добавлю, потому что Газа находится рядом с берегом моря, очень низко, на нулевой высоте. А здесь речь идет о горах, которые нависают то над крупными городами. То есть о господствующих высотах, да? Да, то есть это не просто, это важное стратегическое место. С ОМОНа видно полностью, как на ладони, Иерусалим, Маалей Адумим. Если мы пройдем дальше в Шумрон, то Кфар-Саба, Раанана. Из нашего поселка, пожалуйста, я вижу башни Тель-Авива. А из нашего окна? Да, из нашего окна Иордания видно. Иордания, кстати, видна тоже. И, кстати, ни для кого не секрет, что над Офрой находятся и военные объекты, которые наблюдают за нашими соседями. То есть все эти точки, они однозначно стратегические. Окей, так что происходит? И происходит следующее, что ультралевые организации при финансировании, либо арабском финансировании, либо финансировании Европейского Союза, разыскивают днем с огнем якобы хозяев этой земли, пытаются найти какие-то документы, подлинность которых никто никогда толком не разбирал, и пытаются доказать, что эта земля частная. В результате этого на сегодняшний день подан иск в Высший суд справедливости на 40 семей, и хотят разрушить это поселение. Которые находятся в этой Омане. Да, но мало того, есть еще небольшой район внутри Офры, просто улица, состоящая из 9 домов. Я просто хочу пояснить, да. То есть ОМОНа находится совсем рядом с Офрой, просто в свое время жители Офры решили... Молодое поколение вышло из Офры, да, расширили. Как из Офры вышли, кстати, такие поселения, как Шило, как Или, окей. Офра очень старое поселение, 40 лет. И внутри Офры есть тоже такой кусочек. Но заняли они этот, я еще раз возвращаюсь, то есть заняли эту высотку они... Абсолютно легально. Абсолютно легально, с поддержкой правительства. У нас в свое время был электричество, они платят министр строительства Щеранский, замминистра строительства еще тогда был Шарон. Все спрашивают, почему вы не строите? Мало того, Щеранский выделил там несколько десятков участков под застройки домов, и эти дома были построены. Потом, правда, опять очень же... Очень важный момент, Да. Пожалуйста. Десятый раз к нему возвращаюсь, потому что очень многие, особенно люди, которые не живут в Израиле, считают, что это вот какие-то поселенцы, это такие захватчики, которые прибежали, окопались, поставили вагончики и отстреливаются от всех, кто к ним однозначно подходит. То есть это люди, которые получили эту землю абсолютно официально, это закреплено в государственных документах. Люди платят ипотеки. Муниципальные налоги. Даже ипотеки. Они получили ипотечную сумму, однозначно, что является гораздо большим подтверждением правомочий, потому что ни один банк никогда не даст ипотечную суду в сомнительном случае. Я добавлю, у вас же говорится об ОМОНе, что эти земли были выкуплены. Часть земель была выкуплена, опять же, как раз уже подчеркнул, тех, кого нашли. Закон, обычный закон израильский, нас не распространяется. Мы фактически являемся на сегодняшний день гражданами второго сорта. В чем это проявляется? Это проявляется в следующем, что если у нас есть какие-то спорные вопросы по недвижимости, мы не можем попасть в обычный суд. Мы тут же попытаем в БАГАЦ, который, к сожалению, на сегодняшний день высший суд справедливости, обладает определенной на сегодняшний день левой политической аджендой, и он решает то, что он решает. Никто не проверял толком право на эту землю. Мало того, очень интересный такой юридический момент, почему Израиль не может на сегодняшний день распоряжаться этой землей, он сам себя объявил захватчиком. Но на чем основываются все вот эти документы? Кто их выдал? В свое время Иордания после 48 года, с 48 по 67 год, иорданская королевская семья просто взяли эту землю и разделили, совершенно не имея права на это. Так на что мы основываемся? И дело дошло до полного абсурда.
мы являемся гражданами второго сорта. Мы имеем все обязанности граждан Израиля. Мы платим налоги. Мы служим, мы должны служить в армии. Но мы не имеем элементарных человеческих прав. И, наверное, вот следующая ситуация подчеркнет весь тот абсурд. У нас есть раненый офицер, который был ранен в последних боевых действиях в Газе. Год человек пролежал в коме. Год был, без сознания. На сегодняшний день мы говорим о 100% инвалиде. Чтобы его продолжить, это произошло врачебное чудо. Он выжил. Он выжил и потихонечку начинает восстанавливаться. Чтобы продолжать восстанавливаться, он уже не может вернуться к своей жене и к двум детям. Надо его вернуть в родной дом, там, где он вырос, в Офре. Чтобы он смог как-то адаптироваться, надо адаптировать дом, надо сделать пристройку, надо, так сказать, поменять дом. Он полный инвалид. Министерство обороны не может перевести деньги семье этого офицера. Деньги выделены, но перевести не могут, потому что дом якобы незаконный. Более того, юридический советник смотрит на все это и говорит: ребята, скажите спасибо, что мы закрываем на это глаза, то, что вы самостоятельно начали пристраивать. А пристраивать сейчас это на деньги, которые были... А речь идет о пристройке пандуса, да? Не то, Министерство обороны ведет себя как почтальон Печкин. Просто пандус, чтобы человек инвалид мог ехать в собственный дом. В каникулах Простоквашино, да? То есть он говорит, что деньги есть, то есть этому офицеру положены деньги. Посылка пришла. Но я вам их не дам. Посылка пришла. Вам посылка, но я ее не дам, потому что у вас документа нету. А документом, под документом понимается документ на эту землю, на этот дом, что он как бы вот считается полулегальным. Более того, как тоже Ася сказала, эти вопросы решаются совершенно по-другому внутри территории Израиля. Но даже если мы обходим этот момент и приходим к тому, что Высший суд справедливости, да, решил разрушить, почему тот же Высший суд справедливости закрывает глаза, например, на тысячи незаконных построек в Восточном Иерусалиме, в старых городах там. Стоп, я прошу прощения, что значит закрывает глаза? Суд сам по себе есть решение не есть, принимает. Если есть исковое заявление в суд, да, то суд принимает решение. Суд принимает решение. И есть тысячи дел, где было решено, что надо разрушить. Речь идет об арабском незаконном строительстве. Об арабском секторе. В Галилее, где много арабов живет, решение, и в Негеве, где живут бедуины. Если есть решение суда, то исполнение этого решения лежит на плечах государства. Да, но полиция говорит, во избежание беспорядков, беспорядков. Не будем трогать это. Давайте лучше придумайте и дайте задним числом разрешение. Различные гуманитарные моменты. Мы разрушать на сегодняшний день не будем. И есть немало примеров, где Ариэль готов легализовать большой незаконный поселок бедуинов, просто для того, чтобы, так сказать, не вступать в конфликт. Кстати, мне бы хотелось подчеркнуть, что, мне кажется, правильный перевод названия этого закона – это не легализация, а регуляция. Мы не какие-то там торговцы наркотиками, оружием, что нас надо легализовать. Мы хотим быть такими же, как все. Но здесь есть еще один маленький момент. Дословный перевод – упорядочивание. Фактически столкнулось здесь две очень вещи. Во-первых, права, наши права, как права людей, которые и граждан, которые живут в этом государстве, это первое. А второе, не менее важный вопрос, кому принадлежит власть в государстве Израиль? Она принадлежит избранникам народу, то есть Кнессету, либо она принадлежит кучке людей в высшем суде происходит, которых никто, кроме них самих, фактически не выбирал. Не выбирал. И у них есть своя политическая адженда. Это немножечко не тема нашей программы. Потому что я понимаю, о чем вы говорите, но этот вопрос мы сейчас не решим. Меня интересует больше все-таки подробности, что сейчас грозит ОМОНе. То есть, вот если будет принят этот закон, почему против этого закона выступали поселенцы? Против? Нет, они выступали за этот закон. Нет, ну там есть несколько вариантов этого закона. Есть два варианта закона. Опять же, я вынужден вас вернуть. Почему весь этот сыр-бор? Никто не хочет пойти против Высшего суда справедливости. Хотя было несколько примеров в истории государства Израиль, когда Высший суд справедливости решил одно, государство внимательно выслушало и сделало совершенно другое. Есть такие прецеденты. Но в данном случае никто не хочет идти против этого суда. Поэтому было к закону о регуляции была введена поправка, будет ли этот закон распространяться ретроактивно. Более того, если вы заглянете в закон, там есть еще один очень интересный нонсенс. Если внутри зеленой черты, то есть внутри государства Израиль, речь идет о том, что если государство заняло земельный участок, то она заплатит за землю, она берет себе землю и платит компенсацию, либо дает что-то вместе. В данном законе говорится о том, а право на землю, земля навсегда остается якобы палестинской, а
государство может взять в аренду эту землю на какой-то срок, но когда-то, если чего-то, что-то, куда-то, все равно земля будет возвращена. Понимаете нонсенс? Понимаю, но этот вопрос мы уточним с адвокатом. Скажите, а что касается вот тех домов, которые необходимо разрушить внутри самого поселения Офра? Да. Они попадают под действие этого закона? Или это вообще другая история? В этом же, так сказать, параграф о ретроактивности. Поэтому мы боремся, чтобы этот параграф обязательно вошел в этот закон, иначе я не знаю, как и когда будет применен этот закон. Ведь на сегодняшний день, к сожалению, наше правое правительство, за которое мы голосовали, делает все, чтобы этот закон не провести. Опять же, они как бы отказываются от власти, отдают власть Высшему суду справедливости. Да, но тормознуло рассмотрение этого закона министра финансов. Еще один маленький момент. И то, что, к сожалению, не озвучивается ни по радио, ни по телевидению. В таком же статусе, в котором находится ОМОНа, и находятся этих несчастных 9 домов в поселении Офры, находятся еще как минимум 2000 домов на территории Иудеи и Самарии. Фактически, мы говорим о том, о втором размежевании, то, что уже было в Гуш-Катифе. В Гуш-Катифе 10 тысяч семей были выброшены из своих домов. И, кстати, и мы сейчас начинаем говорить о том же, потому что ни мой дом, который находится на соседней улице, ни еще 2000 домов в соседних поселениях, ничем процессуально, юридически не отличают, не защищены. Я уже 20 лет плачу машканту. Фактически завтра меня можно выкинуть из моего дома. Хотя я делал милуим, но я уже по возрасту не делаю. Мой сын служит в боевых частях. Все мои соседи служат в боевых частях. Мы равноправные граждане. Но почему-то так сложилось, что в государстве Израиль с поселенцами можно играться вот в эти игры. Сначала сказать, ребята, вперед, надо защищать родину, это стратегические точки. Сколько терактов мы там пережили, я не хочу сейчас, не место сейчас об этом вспоминать, а потом, извините, мы ошиблись, обратно. Мы знаем по опыту Гуш-Катифа, первого размежевания, когда выбросили на помогу 10 тысяч человек, ничего не было готово, ни школы, ни жилье. Прошло 10 лет, 25% людей до сегодняшнего дня не имеют постоянного жилья. Ася, скажите, а почему, только очень кратко, почему, на ваш взгляд, рассмотрение этого закона было отложено именно под давлением министра финансов Кахлона? Дело в том, что этот закон при всех тех проблемах, которые уже описали, этот закон сделан именно для того, чтобы обойти власть Верховного суда. Как совершенно верно сказал Аркадий, у нас сегодня в государстве главными являются не законодатели, которых выбрал народ, а главную власть осуществляет Верховный суд, который может возвратить Кнессету какой-то закон, если он ему не нравится, просто вот так вот были уже прецеденты, возвратить. И вот этот Верховный суд считает почему-то, что в Иудее и Самарии евреям делать нечего, и делает все для того, чтобы евреев оттуда вышли. Так, а при чем тут Поэтому закон? Приходится вот так вот принимать какой-то новый закон только для того, чтобы обойти суд. Вместо того, чтобы просто распространить израильский суверенитет на Иудею и Самарию. Как это было, кстати, сделано на Голландских высотах. Как это предлагают уже сегодня, предлагают многие члены Кнессета. Как это было сделано на Голландских высотах, как это было сделано в Восточном Иерусалиме. Чтобы у нас по всей стране был один закон. Мы пытаемся и так, и сяк обойти Верховный суд. Нетаньяху категорически не хочет лоб в лоб сталкиваться с судьями. Он уже научен своим горьким опытом, когда против него заводят бесконечные дела, потом эти дела кончаются ничем. Вспомните хотя бы дело барон Хеврон в его первую каденцию. Оно закончилось ничем, но юридического советника он не смог назначить, как он хотел. Потом был скандал о подарках, которые ему подарили в качестве премьер-министра. Потом был скандал насчет бутылок, который собирала его жена, это бесконечно. В общем, да, значит, Нетаньяху категорически не хочет лоб в лоб сталкиваться с Верховным судом. И в его договоре с партией «Еврейский дом» Байт Яуди было сказано, что Нетаньяху не будет поддерживать законов, которые будет выдвигать Байт Яуди против Верховного суда. То есть Нетаньяху не хочет идти лоб в лоб с Верховным судом, он хочет остаться в качестве премьер-министра. С одной стороны. С другой стороны, Нетаньяху очень хорошо понимает, что если сейчас будет опять скандал с выбрасыванием евреев из своих домов, с массовым избиением, да, вот как это было в прошлое выселение из ОМОНы, когда ломали руки даже членам Кнессета, да, били девчонок каких-то,
вот, то это закончится развалом коалиции и придется идти на перевыборы. Это Нетаньяху тоже не хочет. Ясно. Спасибо большое. Мы продолжим этот разговор о юридических аспектах этого дела. Мы продолжим разговор с адвокатом Александром Шмерлингом. А я благодарю вас, политолог Ася Энтова и житель поселения Офра Аркадий Мутр. Спасибо. Спасибо.